Всем привет, с вами Большой Сэм. И сегодня мы находимся в Бургер Кинге, как вы могли поверить и увидеть по надписи. Ну, не важно. Сегодня я пришел в Бургер Кинг, чтобы создать самый крутой бургер в жизни вашей и в своей жизни. То есть сегодня мы убедимся, сегодня мы узнаем, как выглядит бургер, о котором куча котлет. Мы возьмем самый дешевый бургер и модернизируем его максимально. Посмотрим, как это будет выглядеть, как это будет готовить. Но мы не увидим, как это готовит, но вы увидите, как я его ем. Но он будет вот такой, может, вот как бы такой. Не знаю, но он будет огромный просто. Просто большой. Вот. И вот так вот. Я сижу тут в Бургер Кинге, да. Я Большой Сэм. Ага, ага. Ну что ж, сейчас мы как бы приступим к этому всему. Музыка играет, я могу немножко потанцевать. Все-таки делаю шоу для своих подписчиков, трачу кучу денег на вот эти бургеры. Ну, я как бы, так как я купил Мак, я должен питаться только дошками, и на последние деньги куплю себе бургер, ну что остается. Поехали. Петличка не позволяет далеко уйти, поэтому вот так вот. Ну что ж, мы переместились к автомату. Сегодня мы будем как бы узнавать, модернизировать. Сейчас нам потребуется бургерс. Мы возьмем говядину. Так. Листаем. Мое внимание привлек, вот получается, острый чизбургер. Я возьму его, вот, 95 рублей, но как видите, да. И у нас вот есть как бы, мы можем изменить состав. Убрать что-то, но убирает только бомжи, мы лишь добавляем. Вот мы добавляем вот максимальное количество котлет. Так вот, ну я считаю, 10 котлет для начала достаточно. Мы добавляем это в корзину. Мы берем, пропускаем. Также берем это, тоже пропускаем. Ну и это за компанию пропустим. У нас вот получается состав, вот, острый чизбургер, и в нем 10 котлет. Мы его настолько прокачали, сейчас мы оплатим и посмотрим, как бы, что будет, что произойдет. Ну что ж, мы делаем фотографию, это чтобы понять, что вот действительно сделали заказ. К502, наверное, какой-то даун, че ему в кофейне бы лучше пошел со своим макбуком, нет, он какую-то хрень заказал. Ну что ж, смотрите, нам вот дали такой бургер, тут куча котлет, вот. И сейчас посмотрим, что тут есть. Тут куча всего. Сейчас я попытаюсь его как-нибудь съесть. Действительно острый. Не знаю, как его вообще есть, наверное, как-то так. На вкус это просто куча котлет. Очень удобно его есть. Он действительно очень острый. А я вам напомню, у меня гастрит. Да. Прям очень острый, прям вообще не могу. Жесть. И за это я заплатил 650 рублей. Вот, и мне интересно, наемся ли я хотя бы вот этим всем делом. Ладно, раз уж я заказал, я, по крайней мере, пересчитаю, сколько здесь котлет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 котлет. Но это не стоит того, это просто баловство. Но так как мы в интернете, мы на ютубе, я пришел сюда развлекать своих подписчиков и показывать, что бывает, когда вы заказываете вот такой бургер. Но я считаю, вам оно не нужно. Поэтому вы увидели, как бы, и учитесь на ошибках других. Ну что ж, я почти доел и могу сказать о том, что... Ну, я наелся, да. Возможно, прям объелся. Что могу подметить. Между вот этими котлетами ничего нет. То есть вот эти котлеты, они полностью сухие. Ладно, ну просто едите котлеты.
Вот, и по цене вот этого можно было, ну, половину меню в Бургер Кинге купить и прям объесться. А тут, ну, вы просто наелись и, ну, просто, по сути, пришли котлеты поесть. Ну, ну ни о чем это. Так что не рекомендую, конечно, не рекомендую. Тоже хочет. Сидит, снимает, улыбается. Смотрит, как люди едят. Да, это я тебе подписчик. Не улыбайся мне через экран, я все вижу. Смотрят тут, как я ем. Лучше на канал подпишись. На канал подпишись быстро. А с вами был, остается большой Сэм. До скорых встреч.